Сподобитесь нам слышание Святого Евангелия Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Мир всем! И душу святую. От Матфея Святого Евангелия чтение. Идоша в Галилее в гору, а мы же повели им Иисус. И видишь Его, поклонившись Ему, увижу, сомневшись, и приступил Иисус речеем глаголя. Дадись ими всяка власть на небеси и на земле, шедше научите все языки крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие в грусти вся или к заповедах вам, и сия с вами есть во все дни до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимтесь, услыши и помилуй. Милости богатые, в утробами благости преклоняйся к молению нас грешных и недостойных раб Твоих, вся наша полезность строя и правля, премудрым Твоим промыслом житие наше провождай
и всяким образом спасения нашего желай. Естеством долготерпелив сы и паки исцеляй, и наказание простирай. Благость ниже человеколюбней, него еже погибнуть и создание рук твоих, но паче еже к начальной доброте паки привести и к первому оному благородию его же погубихам, простотое ума и советом окаяннейшего паки возвести хотя и всем образы смотряя, еже паки спасти оскудевши от падежа онного. Сам Владыка Вседержителю призри на нас, и вонми моления нас грешных, множеством в беззакониях наших недерзновенно нас сотвори. И ниже самете отнюдь просите прощения о прегрешениях, но ведущий твое человеколюбие, благоутробие, многое милость, долготерпение, незлобие, и премногую благость, дерзающая на глубину сих и на пучину благости твоя. Воздеем рутся и прилежно вопиемте, согрешихом, беззаконовыхом, нечистовахом, яко забыхом заповеди твоя, и вслед мысли нашей лукавыми ходихом, и яко недостойно званию Евангелия Христа твоего, жительствуем и святыни его страстем, и еже о нас истощанием, яко быхом поношения возлюбленного твоего. Великих чудотворцев, святого пророка, предтечи крестителя Господня Иоанна. И же во святых отца нашего Иосафа, епископа Белгородского, и же во святых отца нашего Феофона, епископа Тамбовского, Вышинского, затворника, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца, святого священномученика Николая Пресвитера и же верхним внутрь, святых мучениц, веры, надежды, любови, матери их Софии, их же памяти не совершаем, преподобной богоносной матери нашей Арсении Усмегидицкой, и всех святых, яко ты еси милости источник и благоутробие неисследимой пучины, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем и с пресвятым и благим животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся, святым ты. Магдалина и Мария Яковлевна, и Соломии, купишь ароматы, да приходи по Иисуса, и сего завтра выйдена в суббот, придуша на гроб усевшу солнце, и глаголах о к себе, кто отворит нам камень и двери гроба, и возревши, видишь, яко отвален ты камень, бебу вели зело, и влезшего гроб, видишь, юноши, сидящие в десных одеянах, ужасайтесь, Иисуса, ищите Назарянина, распятого, восстанье здесь. В ране злотворных воздухов, атомной радиации, терроризма, экологического бедствия. Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите на отлежащего и праведного своего крещения. И помилуйте нас.
Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, все здесь участников крестного хода, вокруг граду Рюпинска, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. И о еже во здравии, благополучии, возвратите силу дома своя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, спасите наше упование, все концы зели и сущи будет далече, и милости в милости будет, Владыка, в грехах наших упомилованные, милостью Бог человек, возвестите славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Филиппному яду достойни, где мы твою благость, паще неразумие есть мы, мало они за судишитом, сие не быхом, все страха неси, кто противостанет тебе, крепит приемут от тебя горы, и величит мысли, и противоречие, аще заключивши небо, кто отверзит, и аще заключивши хляби твоя, кто постоит, легко есть предочима твоима, убожите и обогатите, оживите и умертвите, поразите и исцелите, еже хотите тебе деяние есть совершенное, ты разгневался и си, мы же согрешихом глаголит некто от древних, исповедуйся, нам же и сопротив время есть вещи, мы согрешихом, ты же разгневался и си, всего ради быхом поношения соседом нашим, отвратил еси лице твое и нечести исполнихомся, но пристани, Господи, от гнева, ослаби, Господи, у милости веси, Господи, и не предашь нас до конца беззаконий ради наших, ниже нашими ранами, да накажешь иных, дашь нам мучения моих, уцеломудритеся, и всех языков неведающих тебя и царств, и неповинующихся державе Твоей, мы же люди Твои, и же наследие Твоего, сего ради накажины, обачи в благости, а не с яростью Твоею, да не умаленных нас сотворишь, и паче всех живущих на земле, во уничижении будем, милости Твоей, неприченный человеку, любить Твоей, не победить. Господу помолим, сердце Твои, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Творящими водами крещения. Слава тебе, ты возвращаешь крещенца чистоту непорочности. Слава тебе, Господи, слава тебе. Аминь. Во время оно явись Иисус учеником своим, восстав от мертвых, и глагола Симону Петру: «Симоне, онен, любишь ли мя паче сих?» Глагола ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя!» Глагола ему: «Паси анцы моя!» Глагола ему паки второе: «Симонионин, любишь ли мя?» Глагола ему: «Ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя!» Глагола ему: «Паси овцы моя!» Глагола ему третье: «Симонионин, любишь ли мя?»
оскорби же Петр и яко рече. Третье. Любишь ли мя? И глагола ему: Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя. Глагола ему Иисус: паси овцы моя. Аминь, аминь, глаголю тебе, егда бы юн пояшися, самый хождаша мыже хотяще, егда же состареешися, и воздержишь руцы твои интя пояше, и видя там уже не хочеще, сия же рече на знаменную, кое смертью прославит Бога, и сия рек глагола ему: иди по мне. Обрящий же Петр, видя ученика его же любляший Иисус, вослед идуще, и же возлеже на вечере на персе его и рече: Господи, кто есть предаяй тебя? Сего видит Петр глагола Иисусови: Господи, сей же что? Глагола ему Иисус: аще хощу да то и пребывает, донди же приду, что к тебе ты по мне гряди. Изыди же слово се в братию, яко ученик той не умрет, и не рече ему Иисус, яко не умрет, но аще хощу тому пребывать, и донди же приду, что к тебе. Все есть ученик, свидетельствуя сих, и же написа сия, и вем, яко истина есть свидетельство его. Суть же и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бывают, не самому мню, всему миру уместите, пишем их книг. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе. И наказание простирай, благость неже и человека любви. Не воеже погубите создание рук твоих, но паче еже к начальной доброте паки привести, и к первому оному благородию, его же погубихом, простотой ума и советом окаяннейшего, паки возвести хотя, и всеми образы смотря ей, еже паки спасти оскудевшей от падежа оного. Сам владыка вседержителю призренный, и вонми молением нас грешных, множество беззаконий наших, недерзновенный нас сотворили. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся. О, блаженная белая риза, сияя алмазами снега, я видел, как радовался тебе восходящее солнце, твое светлое славу. Да, проходи, все проходи, проходи. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрость, и Боже милость безмерная, человеколюбие, неследимая пучина, ко Твоему величеству припадающе, со страхом и трепетом, я краби недостойный, благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниях, на рабе Твоих бывших, ныне смиренно приносящих, яко Господа Владыка и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающий паки благодарим. Твое безмерное и неизреченное милосердие, смиренно молящее, да яко же ныне моление рабов Твоих приятель, и милостью исполните сподобил и сил. И во преднее в Твоей искреннего любви и во всех добродетелях преспевающих Твоя благодеяние всех верных Твоих получите. Церковь Твою святую, град сей, нашу любим, от всякого злага обстояния избавляя, и мир, и безмятежие тем дары. Тебе,
со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Единосущным Твоим Духом, в едином существе Своему Богу, всегда благодарение приносите и приблагая глаголите и воспевать исподобише. Слава Тебе, Богу, благодетелю нашему, во веки веков. Нашего уже традиционного крестного хода. И вот, дорогие мои.